Итак, миссия номер 5. Хотел сказать глава номер 5. Миссия номер 5, которая называется Onslaught. Одна из моих самых нелюбимых. Почему? Потому что, когда я проходил ее на последней сложности, мне пришлось выходить из танка в первые же секунды. Но так как я сейчас играю на второй, может, я продержусь и дольше, чем 20 секунд. Группа Айдаха. Группа Айдаха! Это штаб! Выступаем в направлении шахты! Забыл сказать, миссия называется «Наступление». Повторяю, цель — шахта! Будьте внимательны! Впереди бронетехника! Диспетчер, это Стриклэнд! Как насчет поддержки с воздуха? Прием! Никак нет, сэр. Воздушные пространства пока не под контролем. Авиация занята более важными целями. Поддержки не будет до особого распоряжения. Понял! Придется разбираться самим! Внимание всем! Это майор Стриклэнд! Авиации не будет! Наступление по плану Альфа! Вперед! 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 Первая линия обороны! Укрепление на станции! Блять! Отлично, Айдаха 2! Ой, я что-то заплутал. А можно выехать отсюда? Спасибо. Тупые деревья, ненавижу. Ладно. Ну что, я уже просрал 30% танка. А до станции еще очень далеко. Ну окей, давайте попробуем сделать все, что сможем. Ломак, на переезде крупное скопление сил противника. Как думаешь, справишься? Выполняй, майор. Ломак, займись гранатометчиками. Блин, я опять потерял ХП. Все нормально, впереди несколько целей. В атаку, ребята! Еще один удар, и я не выдержу. Ну все, можно выходить. Маскировка активирована. Ну, как я вам и говорил. Максимум брони. Как я вам и говорил, долго мой танк не сможет выдержать. А союзные танки где-то в жопе, я смотрю. Маскировка активирована. Поэтому давайте я просто до станции добегу и все. Максимум брони. Ага. Не надо меня палить. Не надо меня палить. Я есть беспалевность. Недостаточно энергии. Максимум брони. Меня почему-то спалили, хотя... Впереди противотанковые войска! Намат, займись! Да подождите своими войсками. Погоди. Максимум брони. Мне сначала до станции надо добежать, это главное. О, кстати, наши танки едут, оказывается. Я подбит, я подбит! Маскировка. Все. Слишком жарко, нужно подкрепление, срочно! Ухо! Недостаточно энергии. Максимум брони. Ну, слушайте, здорово. Маскировка. Ромат, танки не смогут пройти, пока ты не захватишь станцию. Да сейчас я все захвачу. Не мороси. Максимум брони. Так, что у нас там? Станция. Рец. Так, джип. Хорошо. Маскировка активирована. Придется выбирать моменты, когда заряжать... Недостаточно энергии. Маскировку мою. Максимум брони. Ну что ж. Маскировка активирована. Надо до тех кустов дойти. Максимум брони. Ну все, я спалил их, теперь можно и нападать. Только аккуратно все равно. Маскировка активирована. Эти танки вообще едут, не едут, я не знаю. Недостаточно энергии.
максимум брони. Все, последний раз заряжаем маскировку и нападаем. Маскировка активирована. Бляха-муха! Я в последний момент увидел только там мину. Зараза. Так, вернулись к тому, с чего продолжили. Даже с чего начали. Максимум брони. Так, ладно, еще раз, последний разок. Перезаряжаем маскировочку. И поехали. Маскировка активна. В этот раз я по минам точно не пройду. Сказал я. А вот и я. Эй, корейцы, принимайте меня. Автомат, танки не пойдут, пока ты не расчистишь станцию. Маскировка активирована. Максимум брони. Сейчас все сделаем. Маскировка активирована. Максимум брони. Найс. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Кстати, очень забавно то, что всего лишь три танка участвовало в этой операции. Хотя войск было гораздо больше. Маскировка активирована. У меня есть ракетная установка, вы что, серьезно? Недостаточно энергии. Я, кстати, не знал. У меня реально есть ракетная установка? Ого. А да, я же в той миссии подбирал, точно, я же забыл. Вперед, живо! Ты где там? Убить его! Максимум брони. Меня? Убить? Максимум скорости. Сынок, так не смеши меня. Ну что, я не знаю, где еще враги-то остались. Где-то там наверху уже. Ну, он наверху, я не убью его. Ну, окей, попробую такой вариант. Максимум брони. Шутку хотите? Максимум силы. Шутку хотите? Я застрял. О, аллилуйя. Я только что на том поручне просто взял и застрял. Так, там у нас снайперок, да, сидит? Ладно. Что осталось от снайпера? What the hell? Захватите станцию, выполнено. Твою мать. Я снова это сделал. Я не знаю уже, сколько раз я так вот лажал, не только в этой миссии, а вообще. Кстати, у меня гранатомета нету. И... Есть. Ну, гранатомет все равно лишним не бывает. Поэтому... Лучше сразу уж тогда я дострелил. Все, я захватил станцию. Подождите, в прошлый раз мне засчитали победу, когда я сдох. Максимум силы. Максимум брони. Но станцию я захватил, как бы. Хорошо, сделаем так. Максимум силы. Никто даже меня не палит? Серьезно?
Слушайте, это ненормально. Меня даже не палит никто. Максимум брони. А в чем прикол тогда? В этом танке ведь сидит кто-нибудь или нет? Нет, не сидит никто. А что мне тогда со станцией делать? Где-то здесь есть еще враги? Нет, я знаю, что где-то здесь есть еще враги. Так, мины. Маскировка активирована. Вот кто меня сейчас спалил? Вот кто, вот кто, вот кто? Покажите на радаре. Правильно, не покажете. Максимум брони. Я не понимаю, что я должен еще тут сделать. Я ведь всех убил? Всех убил. А что не так? Максимум скорости. Окей, я снова к вам вернусь, когда пойму, в чем дело. Двигаемся к переезду и идем в атаку. Номад, иди на станцию. Мы тебя прикроем. Мы тебя прикроем, лейтенант. На станции все чисто, майор. Молодцы, ребята. Надо было танк уничтожить. Чтобы мои ребята смогли пройти в долину. Но будь осторожен, похоже, там боеприпасы. Командир, это Гриф 16, мы на месте. Начинаем высадку десанта во втором секторе, отбой. Намак, к тебе приближается транспортник с морпехами. Приготовься. О, прикольно. Так, и надо было танк, короче, уничтожить. Это было очень просто. Ладно, берем гранатомет, берем... Так... А все, больше ничего не возьмем. Максимально, максимально, дробовик, осколочный максимум, все максимум. Так, на этот раз, что мы будем делать? О, гранатомет есть, да? Ладно, в любом случае, я лучше воспользуюсь... Высадка завершена, повторяю, высадка завершена. Взрывчаткой сейчас все сделаем. Так, оп. Это Гриф-16, мы в воздухе, будем вас прикрывать. Я очень рад. Есть. Стрикленд, вагон уничтожен. Можете идти. Понял, Намат. Выдвигаемся. Прикрой нас. Внимание всем, станция под контролем. Наступление по плану Альфа. Впереди в долине корейский склад боеприпасов. Нужно его уничтожить. Вперед! Я ничего не знаю по поводу склада, но ехать нам опять же далеко. База бронетехники. План Альфа. Окей. Черт, что это было? Ух, здорово тряхнуло. Так тут все на куски разнесет. Отставить разговоры. Займитесь делом. Мы подходим к линии обороны. Будем прорывать. А вы знаете, что это за гора? А я знаю. Намат, внимание! У корейцев есть резерв бронетехники возле деревни. Уничтожь его, чтобы оставить их без подкрепления. Понял. Минус вертолет. Твою мать. Чертя! Максимум скорости. Максимум брони. Понятно, я попер отсюда. Я не хочу с вами воевать. Маскировка. Внимание, морпехи! В долине полно корейских зениток. Пока мы с ними не разберемся, поддержки с воздуха не будет. Максимум брони. Намат, мы не сможем вызвать авиацию, пока ты не разберешься с зенитками. Выполняю. Опять же, я все должен делать. Маскировка активирована. Их тут слишком много, командир. Достаточно. Вы морпехи или... Вы знаете, что делать. Ну, хорошо сказал, хорошо. Маскировка активирована. Так, надо теперь ПВО уничтожать. О, у меня как раз танка нету. Максимум брони. Ну, есть гранатомет. Маскировка активирована. Хотя нет, пожалуй, я все через взрывчатку буду делать. Достаточно энергии. Но здесь хотя бы мин нету противопехоты. Максимум брони. Знаете, и на том спасибо.
Так, наши там едут. Маскировка. И, а морпехи там нифига не делают. Поехали. Маскировка. Ох, ё. У вас там еще и... некоторое количество имеется. Пока ты не разберешься с зенитками, поддержки с воздуха не будет. Я с первого раза понял. Сейчас все сделаю. Пока, ребята. Понятно. Маскировка активна. Беда. Максимум брони. Ну вот и все. Покидаю машину. Маскировка активна. Ты что не сдох-то? Ну ладно. Маскировка активирована. Вот этот вертолет мне очень мешает. Максимум прайм. Маскировка активирована. Хорошо, что эти дебилы меня не видят. Вот так, дети, это делается. Маскировка активирована. И никаких проблем. Так, смотрим. Максимум брони. Патруль. Маскировка активирована. Смотрим дальше. Максимум брони. Я понял. Так. ПВО я не уничтожил, это очень плохо. И гранатомета-то нету. Достаточно энергии. Маскировка. Одна готова, Нама. Где-то остались еще две. Окей, ладно, хотя не помечено. Теперь надо еще ПВО. Маскировка активна. Недостаточно энергии. Максимум брони. Кстати, у меня больше взрывчатки нету. Максимум скорости. Я пошел отсюда. Ну, за следующий ПВО, конечно. Так, это ПВО находится наверху, получается. Хорошо. Маскировка активирована. Вы что, дебилы, что ли? Недостаточно энергии. Ну, как-то так. Опять же, у меня даже нету боеприпасов, чтобы взорвать это дерьмо. И что делать? Маскировка активирована. Беспалевный кто-то так едет на лодке. Плывет еще. Недостаточно энергии. Максимум брони. Ой, здесь мины. Прикольно. Вовремя заметил. Что? Блин, гранат-то нету. Недостаточно.
Прикольно. Маскировка активирована. Дробовик, что тут? Больше ничего нету. Слушайте. А вот это проблема. Чем мне уничтожать-то? Маскировка активирована. Нечем. Максимум брони. Маскировка активирована. Ты че? Ну и ладно, ну и хер с тобой. Маскировка активирована. Мне не уйти. По-моему, это тебе не уйти от меня. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. О, гранатомет. Вовремя. Спасибо. Ну что, займемся подрывом? Три самолет выстрела. Уже в воздухе на марш. Уничтожь последнюю зенитку, и они нанесут удар. Черт, нас подбили. Блять, как же громко, что со звуком-то в этой игре? Он иногда за пределы выходит. Это вообще не смешно. О, гранатомет. Все отлично, у меня есть чем уничтожать это дерьмо. Только давайте доберемся сначала до него. Максимум скорости. До этого дерьма. Окей, так. Последняя ПВОшка находится у нас где-то там. На скале, что ли? На утёсе. Окей, давайте под воду. Мега-дайвинг. Недостаточно энергии. Я очень рад, что... На линии осталась еще одна зенитка. Разберись с ней, чтобы мы могли вызвать авиацию. Да толку-то от этой авиации. Они мне все равно помогать не будут. Я же самый крутой в спецназе США. Мне же все задания достаются. Я нашел, как мне подняться. Нашел, как мне подняться. Давайте, оп. 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 Сейчас подождем. Недостаточно энергии. Кого ты видел? Ты придурок, что ли? Никого ты там не видел. У тебя паранойя уже. Маскировка активирована. Блин. Максимум брони. Надеюсь, они меня не видят? Не, слепые. Маскировка активирована. Эй, корейцы! Бам! Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. О, ракетная установка даже есть. Максимум брони. Ну, спасибо. А на эту одна потребовалась. Цель уничтожена, майор. Зовите авиацию. Отлично, авиация скоро будет. Спасибо, Номад. Продолжаем наступление по плану Альфа. Номад, авиация ждет. Здесь поблизости есть наблюдательный пункт. Я передал координаты на твою карту. Иди туда и подсвети цель, чтобы ребята ее разнесли. Понял. Понял. Маскировка активирована. Цель уничтожена. А знаете, тут же есть гранатомет, да? Максимум брони. Изи. Минус сторожевая вышка. О, блин, а мне что не надо было? А, не-не, там на возвышенности надо было. Не-не, все правильно. Максимум скорости. Так. Маскировка активирована. Как обычно, здесь есть враги. Номад, иди на наблюдательный пункт и подсвети склад. Я здесь. Максимум брони. С вышки, что ли, уцелел? Стрикленд, я на месте. Вижу склад. Все. Вас понял, Айдаха. Захожу на цель.
возьми! Молодец, Наман! Выдвигаемся к тебе! Осталась последняя линия за деревней! Мы ее легко прорвем! Что меня убило? Простите за нескромный вопрос. Черт возьми, молодец, Наман! Выдвигаемся к тебе! Осталась последняя линия за деревней! Мы ее легко прорвем! Маскировка активирована. Максимум брони. Иди сюда, тупой кореец, я тебя уже вижу. Максимум скорости. Все, идем к шахте. А? Это Гриф 6-4. Подкрепление на подходе. Ждите спроса боеприпасов в вашем районе. Отбой. Так, найдите винтовку Гаусса. Намат, иди в точку сброса и возьми себе винтовку Гаусса. Понял, майор. Заранее спасибо. Гриф 12, захожу на цель. Буду вас прикрывать. Отбой. Недостаточно энергии. Ну, винтовка Гаусса — это вещь. Пожалуй, возьму вместо ПП. Только патроны бы к ней, да? Потому что, я думаю, это будет редкость в плане боеприпасов по винтовке Гаусса. Ну окей. А вот и она. Целеуказатель и прицел. Погнали. Я буду ей пользоваться только в исключительных случаях. Достаточно энергии. Ну все, до шахты рукой подать. Вперед, морпеги! Прорывайтесь по западному краю, я вас прикрою! Вперед! Ты слышал приказ, выполняй! Вперед! Маскировка. Кидаю кровь! Максимум брони. Так. Намат, пойдешь вперед! Идем по долине к шахте. Я понимаю, что именно я должен идти вперед. А как же по-другому-то? Максимум скорости. Ой, блин. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Блин. Маскировка активирована. Максимум брони. Достаточно. Маскировка активирована. Максимум брони. А вот и я. Как-то так. Спасибо за боеприпасы. Спасибо. Ну что ж, я пошел. Айда, хоть главный. Здесь большой провал. Надо подогнать бульдозера из гавани, иначе не пройдем. Внимание, Намат! Дальше пока пойдешь сам. Понял. Я нисколько не удивлен. О, прикольно. Максимум силы. А? Беда. Максимум скорости.